это. Они, кстати, все не боятся. Ну, да, им нравится все. Зевс ведет себя так же со всеми одинаково просто. Ну, мужик, скажи, господи, бабы, пусть они сами разберутся. Киара видно, она понимает, что вам они тоже. Да. Она не глупая, у них психика-то хорошая. Мэзикин было сначала все плохо с психикой, но она, слава богу, она сориентировалась на львов, она теперь и на людей хорошо реагирует. Ей очень хотелось общаться. Было очень страшно. Но она на всех одинаково, это нормально. Я тебя боюсь, поэтому я на тебя нападу. На всякий случай. Мало ли.